Привет, Сойлешки! Меня зовут Гульбахыт. Добро пожаловать на наш канал, посвященный изучению казахского языка. С нами все легко и просто. Барлықтарыңызға жалынды сәлем, сіздермен бірге сөйле. Қазақ тілін бізбен бірге оңай, және де тез үйреніңіздер. По вашим многочисленным просьбам в Instagram сегодня мы разберем одну из самых трогательных и популярных песней Шамшир Қалдаяқова. Она туралы жыр. Песня о матери. Судя по охватам в Instagram, вам эта тема точно будет очень даже интересной. Но прежде чем начать, хочу отметить, что этот выпуск был снят при поддержке Фонда развития социальных проектов Самрук Казна Trust, единый оператор благотворительности группы компании Самрук Казна. Шамшир Қалдаяқов – великий композитор казахского народа, гордость нации и король вальса. Его песни поются из поколения в поколение. Песни и мелодии, созданные им, притягивали не только молодежь, но и людей разных поколений, разных профессий и даже разных национальностей. Если честно, я могу долго говорить о нашем великом композиторе, но давайте уже не буду томить вас, и мы начнем наш разбор песни «Она туралы жыр» в исполнении казахстанской группы Made in KZ. Әлемнің жарығы, сыйладың сен маған, даланың әр гүлі, жинадың сен маған. Кешіріңдер, бұл әнді ести сала мен дейтін жылағым келіп кетеді. Начнем с «Әлемнің жарығын». Дословно означает как «свет мира». Слово «жарық» — «свет» еще обозначает «щель». А именно в этом отрывке «свет мира», то есть «Әлемнің жарығын», означает как что-то хорошее, достойное, самое-самое. Вспомнила цитату: «Твой свет озаряет даже самый кромешный мрак». «Сыйладың сен маған» — «подарила мне». Здесь идет обращение к маме, которая подарила все самое лучшее своему ребенку. «Ты подарила мне цветы всех краев». В данном предложении это означает заботу и любовь. Кстати, важный момент вы наверняка заметили и будете еще не раз замечать: очень много слов с окончанием «ын-ын». Это окончание родительного падежа «лексептек» существительных казахского языка. Отвечает на вопрос «кімнің», «нінің», «чей», «чья», «чё», «нінің», «нелердің», «чего». Вот это поворот! И обозначает принадлежность, то есть что-то принадлежит. А я в свою очередь хочу добавить, чтобы мы все чаще радовали наших мам и дарили им цветы. Для начала предлагаю вам отправить вашим мамам наш рилс в Instagram. Ссылка будет в описании. «Ты дала мне крылья птиц». Предложение здесь используется как метафора для описания слова «свобода», «придание силы». «Самғаған» — очень красивое слово. Мне моя мама постоянно говорит «бейке самға жаным», что в переводе означает «стремись, развивайся, иди к вершинам, душа моя». Берите на заметку. «Моя детская любовь лишь тебе посвящена». «Коштарын» от слова «кош» означает любовь, привязанность. К примеру, «мен оған коштармын» — «я влюблена в него». «Ол өмірге коштар болған адам еді» — «он был человеком, страстно любящим жизнь». Наконец-то мы с вами подошли к долгожданному припеву, моя самая любимая часть песни «Әлделеп аялап өсірген жемісін». Слово «әлделеп», я думаю, вы не раз слышали это слово. Наверняка вы сейчас вспомнили мамину колыбель. Напишите в комментариях, какую песню напевала вам мама в детстве. Моя мама предпочитала читать мне сказки, поэтому я выросла на сказках про батыров, Алдар-Кусе и так далее. Ладно, давайте уже вернемся к нашему разбору. Вы наверняка уже поняли, что «әлделеп» означает «убаюкивать». «Әлделеп» плюс «п» — «әлделеп». «П» — это у нас суффикс «дейпричастие кусимще». «Дейпричастие» с суффиксом «оп», «эп», «п»
означает завершенность действия. К примеру, сана – п, санап – вока – п, вокап – бетер – эп, бетер – эп. Ну и, конечно же, еще одно слово – это аяла. Аяла плюс п – аялап. Аялап у нас означает беречь, заботиться. Самалжель означает легкий прохладный ветерок. А помимо этого, самал – это красивое казахское имя. Напишите в комментариях, возможно, среди вас есть обладательница этого прекрасного имени. Кушагын менишин. Кушаг – это у нас объятие. К примеру, кушагын жазбал – не выпускать из объятий. Кушагын жайып карсалу – встретить с распростертыми объятиями. Очень интересный факт, ребята. Чтобы меньше стрессовать, нужно обниматься как минимум 8 раз за день. А давайте я прямо сейчас это сделаю и обниму вас. Есиеп – это означает «вырасту». В данном куплете «даже если я вырасту». Мен саған сәбимін. Я для тебя все еще ребенок. Действительно, сколько бы нам ни было лет, для наших родителей мы всегда будем детьми. Поэтому давайте ценить моменты, проведенные вместе с ними. Көңіліңді көктемде – это означает настроение. А еще мы с вами знаем слово «көктем» – весна. Көзіңнен танымын – узнаю по глазам. Действительно, наши глаза всегда выдают нас. Поэтому я желаю, чтобы они всегда у вас искрились только отчасти. Давайте заполним комментарии приятными пожеланиями нашим мамочкам. И чтобы не пропускать наши новые ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите обязательно на колокольчик. Выпуск был снят при поддержке Фонда развития социальных проектов Самрук Казна Trust, единый оператор благотворительности группы компании Самрук Казна. С вами была команда Сөйле, Гүлбахыт. До новых встреч. Келесі кездескенше, достар.